Молодость и красота – абсолютный тренд нашего времени. В погоне за ними люди прибегают к всевозможным процедурам и разработкам в сфере бьюти-индустрии. Самарские психологи доказали, что продлить молодость и избавиться от мимических морщин можно без применения косметических средств. Что такое психокосметология, как она работает и какие дает результаты? Об этом поговорим с психологом, магистром психологии Самарского университета Альбиной Зариповой. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 26 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».